Начало работы фельдшерско-акушерского пункта в селе Аракиреть ждали очень давно. Поэтому посмотреть, как разрезают красную ленточку, собралась вся деревня. Для жителей это настоящий праздник, как и открытие в начале прошлого года Центра общеврачебной практики. В больнице реализуется программа «Земский доктор». Здесь трудится около 20 приезжих специалистов. Руководство у нас хорошее, зарплата нормальная, условия работы хорошие, жилье. Жилье есть, самое главное жилье, то есть люди всю жизнь работают и на жилье зарабатывают. А тут с этой программой жилищный вопрос мы решили, и все в порядке. Якуб Мессиров признается, работы много, даже выходной удается взять с трудом. Также в режиме нон-стоп трудятся и строители. Буквально на днях планируется сдача жилого комплекса для детей-сирот. Контроль постоянно идет. Порой даже, знаете, у нас здесь вот на этот дом скажем так, чуть ли не ежедневно, еженедельно точно приезжали с опеки, значит, смотрели, как строится дом, что делается и прочее, вот такие вещи. Сейчас в районе в очереди на получение жилья 94 человека. Уже в этом году новоселами станут 23 из них. Здесь у нас вот кто заселяется, да, они хотят заниматься как бы на земле, жить, чтобы вот здесь у нас приусадебные участки предполагают, что будут просить в сельской администрации земли и заниматься своим личным подсобным хозяйством, приусадебные участки, то есть выращивать овощи хотя бы для личного пользования. Постепенно уменьшается и очередь в детские сады. Сдача детского сада «Теремок», их количество сократилось на 132 человека. Но, несмотря на это, без места еще около 50 детей. В августе сдается один садик, который давно, 10 лет тому назад, эксплуатировался и был построен как детский садик. 10 лет затем эксплуатировался на другие цели. Но сейчас вот хвала главе района, что они сумели снова, значит, этот сад хорошо, очень хорошо отремонтировать, и в августе месяце будет заезд уже ребятиш. Тем самым будет решена проблема с местами в детский сад. Таким образом, практически все указы президента выполняются. В основном благодаря росту налоговых поступлений и инвестициям. Ольга Войлошникова, Виктор Еланцев. Новости дня.